сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации гражданкой одной из стран ближнего зарубежья. Ранее за нарушение действующего законодательства Российской Федерации иностранной гражданке был закрыт въезд в Россию, о котором она была уведомлена. Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, осознавая противоправность своих действий и возможность наступления общественно опасных последствий, иностранка предприняла попытку незаконного пересечения государственной границы в обход установленного пункта пропуска через государственную границу, где и была задержана пограничным нарядом. Органом дознания управления в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.